Губернатор и тут. Например, вот так она. Вот это могу рассказать, да? Ну, такое чувство, ощущение, что это. Хотим, чтобы это Оскар был все же, чтобы Лео получил его. Обязательно, чтобы он обрадовался, что у нас в Якутии есть такие красивые женщины, которые его очень любят. И я хочу поздравить всех женщин тем, что ваша идея воплотилась вот в эту прекрасную статую. Я поздравляю. В Олимпии там я стою с Жуковым. На самом деле красиво. ФВК у нас везде опаздывает. Я вот смотрю на него, и мне кажется, что он живой человек, у него есть душа, потому что в него вложили свою частичку очень много людей. Они пришли, проявили инициативу, оторвали от себя, скажем, дорогое, и вложили в нашу статуэтку. И я думаю, что все-таки Леонардо Ди Каприо, он найдет, обратит на нас внимание и... Ну, я думаю, что мы статуэтку ему все-таки вручим. Как только я узнала, да, про акцию, конечно же, я с радостью решила стать активным участником, призывала всех принимать в этом участие, да. И также я сдала где-то вот 12 или около 13, по-моему, в количестве изделий всего.